Всем привет, друзья. Мы выбираем путь. Три недели был в шторме. В шторме. По шкале Бофорта, ну, конечно, не 12, но не 4. Так где-то балл, наверное, 9 долбило. Нормально, меня, немножко мою семью. Ну, выбрались, слушайте. Нормально, все же выбрались. Так что особая благодарность всех, кто был рядом, как Макаревич пел. Пью за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, кто рядом в шторме тоже. Много друзей поддержали. Молитвенно, так сказать, внутренне, душевно, физически там помогали и так далее. Но мы справились, короче. Кто-то, может быть, чувствовал интуитивно и тоже кулаки держал. Вам спасибо огромное. Мысли есть про шторм и про кризисы, потому что кризисы в жизни, они очень похожи на штормы. Надо понять, когда-то я об этом говорил и об этом читал, и очень хорошо пишет Ицхак Адизес, что перемены неизбежны, и они не... У них нет прецедентов, короче, у них нет причины переменной. Не надо повода искать, чтобы перемены приходили. Они приходят по-любому. Хочешь ты, не хочешь. Различного рода и различной бальности перемены приходят. Конечно, всем хочется, чтобы перемены приходили мягко или вообще их не было. Но это из прошлой, с прошлого видео, когда-то я об этом говорил. Абсолютная статичность, абсолютное отсутствие перемен – это смерть. Так не бывает, слава Богу. Перемены бывают, иногда колбасит нормально, иногда вообще ты, вернее, чаще всего ты к ним почти не готов. Но мудрые люди, они должны, в принципе, понимать, что перемены неизбежны, и все-таки запас крепости нужно иметь. Это первая мысль сегодня, вот за три недели я могу сделать вывод. Запас крепости на время перемен надо иметь. Надо иметь, иначе я не знаю, как выстоять можно в переменах, в больших, если у тебя нет крепости. Крепость это конечно же, твой внутренний стержень. Твой внутренний стержень, то есть, а внутренний стержень, он не делается за день, он делается за десятилетия, может быть, даже. Когда ты долго и упорно, и целенаправленно следуешь определенным принципам, ты себя воспитываешь свой характер, да, тебе время перемен и время штормов, оно только шлифует. Вот об этом следующая мысль. Когда наступает время шторма, время перемен, происходит просто перемещение. Как и в природе, перемещение воздушных слоев атмосферы, перемещение вод в море во время шторма происходит. Там косяки, рыбу ходят, приходит зима, приходит весна. Во время шторма, кстати, сопровождается штормом. Мы жили 3 года нам в Севастополе. Ну, точно вам скажу, перемена погоды, перемена времен года, она всегда бывает с штормами. Штормы, всегда. Так вот, что время шторма жизненно, вот я понял за 3 недели. Я понял, что когда приходят перемены, ты должен определиться, что лично в тебе или в твоей жизни будет отсыхать, уходить. От чего надо избавиться? Балласт надо сбрасывать во время шторма, моряки знают об этом. Балласт, чтобы, короче говоря, ну там целая наука, как с балластом быть. Надо избавляться от лишнего времени шторма, это первое. А второе, время шторма надо, друзья, я понял для себя, нарабатывать, увеличивать вот то хорошее и сильное надо увеличивать. От плохого, ничтожного, от нефункционального, от того, что вот тебе может казалось, что вот на это надо было рассчитывать. Блин, приходит шторм, и ты понимаешь, ё-моё, не на то ставочку делал. И время шторма, вот такие вещи, они очень наглядны, они испытываются на прочность.
испытываться на прочность во время шторма. Вот эти штуки, вещи, принципы даже, принципы. Вот. Но мы выстояли. Мы укрепились еще больше, отшлифовались. Мусора стало меньше. Друзья по-особенному проявились. Очень большое, большое, огромное спасибо моим друзьям. Оказывается, у меня их немало. Немало, я этому очень рад, что у меня немало друзей, крепких, надежных. Огромное спасибо. Это тоже, кстати, бонус в шторме. Это бонус. Ты готовишь себя лично, ты очищаешься, ты что-то усиливаешь, от чего-то избавляешься. А бонусом в шторме как раз то, что... Бонус в шторме – это то, что твои друзья или люди вокруг тебя, они пересеиваются тоже. Пересеиваются. Надежные остаются, крепкие остаются. Те, кто могут ходить... 9-бальный шторм. Очень видно. Я, кстати, мы один раз видели 9-бальный шторм, ну, на берегу. Но скажу вам, зрелище даже для меня жестковатое. А в 4 балла, например, 4 балла шторм, перестают в море выходить рыболовецкие эти ялики. Уже в 4 балла перестают выходить. Ну, те, кто рыбу просто ловят, торгуют. 4 балла и все, их нет в море. А бывают эти бальные штормы. Вот. И надо понимать, что они бывают в жизни, да. Избавляйтесь от лишнего. Усиливайте сильные. И смотрите за своим окружением, в которое вы вкладывались. Во время шторма оно тоже пересеивается. Пересеивается от непрочного, остается прочное, появляются какие-то новые интересные знакомства, друзья, взаимоотношения. В общем, жизнь есть жизнь. Макаревич об этом пел, Никольский очень несколько песен об этом пел, хороших, люблю этих певцов. Слушайте хорошую музыку, Антон об этом поет, «Поверь в мечту», «Не сдавайся», «Иди до конца». Вот я вам желаю свои мечты держаться, когда штормит, выруливайте. Если нужна моя помощь, я готов становиться другом для тех, кто не боится 9-бальных штормов. Пишите, лайкайте, комментируйте. Я опять в строю. С вами Университет ресурсной медицины. И я, Александр Малко. Пока.